Книга «Герои земли Молоковской» была написана в короткие сроки. Авторский коллектив под руководством Алексея Плотникова торопился выпустить книгу к 9 мая. Пришлось постараться. 11 героев, у каждого интересная многогранная жизнь. Помогали историки, краеведы. Месяц за месяцем работа приобретала очертания, и вот результат. Порядка 290 страниц, рассказывающих об интереснейших судьбах наших земляков. Приятно, конечно, об этом писать, потому что хочется таким людям подражать, хочется, чтобы этих людей знали не только жители Молоковского поселения, но и жители Ленинского района, Подмосковья. Это действительно великие труженики. Идея книги принадлежит главе сельского поселения Молоковское Эдуарду Арадушкину, который считает крайне важным работу по увековечению памяти героев Молокова. Сегодня та история земли, родной земли, маленькой родины, история вообще в целом нашего государства, она идет именно там, где человек родился. И поэтому сегодняшнее поколение молодое, оно должно знать героев, оно должно знать те маяки, на которые надо равняться. И именно для этого мы выпускаем эту книгу. На презентации книги присутствовали почетные гости, представители районной администрации, авторский коллектив, родные и друзья героев книги. Заместитель главы района Елена Добрина, поздравляя сельчан с выходом книги, поздравила также и с грядущим днем Великой Победы. Самый главный праздник в нашей стране – это День Победы. Не было бы этого дня, не было бы нас, не было бы нашей страны. Не было бы нашей независимости, не было бы ничего того, что было создано поколением победителей. Единственная из ныне живущих героев книги Антонина Ивановна Головистикова присутствовала на мероприятии. Поблагодарив за книгу, она скромно призналась: «Я такая же, как и все женщины нашего поселения». Хочется вам сказать большое спасибо, выразить благодарность не только от себя, но и от вас. Это, конечно, главе Молоковского поселения Эдуарду Петровичу за то, что он с таким трепетом и волнением относится к прошлому нашей жизни и, конечно, думает о настоящей. Слова благодарности сказали и близкие героев новой книги, заметив, что герои земли Молоковской – это частичка памяти о них. Это наша история, которую невозможно и не имеем права забывать. То, что это издается в виде книг, это тоже очень важно и достойно уважения, потому что какие бы кризисы ни наступали в нашей жизни, а сохранить историю, именно выразить это на страницах хорошей книги, это правильно. 1000 экземпляров нового издания полностью предназначено для дарения. На выходе каждый смог получить книгу в подарок. Татьяна Бурлова, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.